Черт возьми, Соня. Подожди секундочку. Ну, прошу тебя. В чем дело? Подожди, я был у месье Ренье. Он дал мне деньги. Неужели? А это видела? Он сошел с ума. Он предложил мне возглавить одно дело. Я же говорила, что он подонок. Подонок-то он подонок, но дал мне одно поручение. Я должен найти доказательства против Элен. Зачем? Чтобы отнять у нее сына и внука. А если их нет? Я их должен подстроить. Но это подло. Тебя это смущает? Нисколько. Плевать. На войне, как на войне. Что будешь делать? Догадайся, ты же такая плутовка, такая хитрющая. Но послушай, для Ренье основная проблема – это деньги. Для нее это самая большая проблема. Старик перекрыл ей кислород. Мне надо сделать так, чтобы никто не давал ей в долг. Я обзвоню всех старых знакомых и попрошу, чтобы никто не давал ей деньги. Думаешь, тебе поверят? Еще как поверят. Это даст возможность не расставаться со своими денежками. Я поговорю с соседями, с коллегами, расскажу им то же самое. Я путаю ее паутиной. Паутиной? Она запутается в этой паутине и поймет, что осталась одна. Один всегда делает глупости. Чтобы выпутаться из всего этого, надо быть очень сильным. Ну так что? О чем ты думаешь? Догадайся. Ты думаешь только об этом?